Доброе фруктовое утро, цветотерапия. Яркие краски, зеленый тут, и желтенький, и рыженький, и всякий красный. Прям цветотерапия. Говорят, чтобы быть здоровым, нужна радуга на столе, чтобы разноцветие вот это было. Если овощи, то это будет зеленый огурец, например, там томат красный, свекла там. Репка белая, ну, светлая там, разные. Какая-нибудь там капуста такая, фиолетовая, баклажанчик, что-то вот, в общем, вот так. Такой смысл. Радуга должна быть. И здесь тоже вот радуга. И тогда поступят все полезные вещества. В одном одно, в другом другое. Это мясистость, сытность, питательность. Это сочненькое дело все. И сочное, и мясистое, и сытное, и хорошо. Витаминчики.